Как выбрать лучших в одной из самых мужественных профессий, куда и так отбираются только лучшие? Способ стар как мир – устроить между ними состязание. В региональном этапе конкурса «Лучший по профессии» за почетное звание в своей номинации борются 9 пожарных, представителей МЧС и пожарно-спасательного центра. Проявить себя нужно как в знаниях, так и в физической подготовке. По теории отводится 40 минут. За 40 минут участники должны ответить на 40 вопросов. Вопросы включают в себя организацию процесса пожаротушения, вопросы по охране труда и безопасности. Также сюда включены вопросы, которые касаются спасения людей, спасения имущества. И иные вопросы, связанные с использованием средств индивидуальной защиты, боевой одежды, снаряжения. В практической части счет вообще идет на секунды. Все как на службе. Здесь 7 модулей от бега с препятствиями и без до заданий, характерных непосредственно для огнеборцев. Помимо того, что практическое задание – это самая зрелищная часть, у него еще и определяющая роль. Что это значит? Если участники набирают по итогам регионального этапа одинаковое количество баллов, то победителей и призеров выявляют именно на основании результатов практики. При отборе конкурсантов были свои требования. Пожарный должен быть старше 21 года и иметь профессиональный стаж не менее 3 лет. Самое сложное, тут просто эмоциональная подготовка нужна здесь. Вот это, наверное, самое сложное. А в принципе, все остальное – это как бы суть нашей работы. Ничего больше. И суть работы Ролан знает отлично. В профессии он уже 12 лет. К своей мечте мужчина шел с самого детства. Его всегда привлекала сама идея спасать людей. В конкурсе на лучшего пожарного участвует уже 2-й раз. Как сказал сам герой, все получается, поэтому хочется выступать, показать, на что он способен. Ну как впечатление от конкурса? Все хорошо. Нормально пробежал, в принципе. Как бы немножко тяжеловато, потому что погода, жарко. Ну и, соответственно, пожарное мундирование. Вот. А в целом все нормально. Федеральный этап конкурса пройдет уже 12 августа, но не стоит забывать, что это не просто состязание. Основные цели события – показать престиж профессии, обменяться опытом и привлечь в ряды пожарных молодые кадры. Дмитрий Сергеев, Николай Иванов, Ольга Кириллова, Область новостей.